Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 3.4 включить ночной режим. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт экран. Ночной режим. И включаем. Можем настроить интенсивность. Также можем включить расписание. И также есть темная тема. Выглядит она вот так. И также можем настроить расписание. Чтобы не заходить каждый раз в настройки, можем здесь включить ночной режим, просто открыв шторку. И также можем перетащить темную тему сюда. Давай сразу еще точку доступа сюда перетянем. Чтобы не заходить каждый раз в настройки, просто теперь включаем так темную тему. И выключается она также. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!